Всем привет! Сегодня обзор долгожданной новинки. Новинки в линейке The One. Это палетка, которую я ждала, наверное, полгода, потому что до этого видела в каталогах других стран. И вот она пришла и к нам. Здесь у нас три в одном. Бронзер, хайлайтер, румяна. И вполне такое большое, очень удобное зеркало. А здесь есть вот такая вот пленочка. И сегодня буду делать скульптурирование лица, а также макияж глаз, используя эту палетку в качестве теней. Try everything.